Ну и у нас прекрасная новость, как без новостей. Сегодня утром из этих малышей один щеночек нашел свою семью. Да, вот это прелесть. Сейчас, сейчас, подождите, вы где? Это да, вот эта вот малышка возле оранжевого мячика. Это малышка Байдара, самая крошечная крошка в нашем питомнике на сегодняшний день. Крошенька, девочка, шоколадка, нашла свою семью. И мне очень-очень приятно. Она поедет к подписчице нашего канала в город Санкт-Петербург. Как только подрастет, привьется, получит все документы, пройдет все карантины. Вот. Елене поедет, к Елене в семью. Это мини-крошка, она будет уже не первой собачкой, то есть ей скучно не будет, потому что мы вот такие вот веселые и активные дети. Еленочка, поздравляю вас с приобретением этой крошеньки. А для вас мы будем снимать видео общие, веселые, и передавать вам приветики. Вот так вот у нас весело, вот так у нас играют малыши, пока я занимаюсь уборкой. Да, вот так. И у нас из вот этих малышей остаются в поисках папочек и мамочек три прекрасных мальчишки и две девочки из этих малышей. Да, да, да. Это вот этот вот красавец Босфор, малыш курносик. Кстати, потом подробно сделаю видео по каждому щенку. Босфор, Байкал, Беларусь девочка, малыш, который похож на мажорика, вот этот длинношерстный белый, я понимаю, что ничего не видно, ребята, но я хочу вам быстренько показать. Биюк Янышар, белый-белый вот этот малыш, расскажу по каждому щеночку, все они будут белые, уже видно. И вот, ай, девочка-шоколадка, так, все, Балтика, ой, шоколадка, не шоколадка, а белая шоколадка, невероятная крутышка, вот такая Балтика с крапом, вот такой крап у нее, вот такой вот, я не видела их 5 дней, они такие стали гиперактивные, они такие стали сладкие, и чуть-чуть подросли даже, мои солнышки красивые, да, Байдарочка, поздравляем тебя и поздравляем мамочку и всю семью Елены. Вот она, скажи, какая я. Вот она, скажи, какая я. Собака, улыбака. А разве камера не может сфокусироваться? Так, а эти девчонки наши. Где вы тут? Где? Вот она, красавица Тайгана. Тайгана. Вот какие они, как львята. Я их львятами, львицами, львички. И красавица акварель. Кстати, что они вытворяют? Ой, как больно. Ой, как больно. Не надо, не надо. Зубастые. Зубастые акулы. Байдарушка. Куколка моя. Куколка маленькая. Да, куколка маленькая. Все, ребяточки, улыбайтесь вместе с нами. Вот такие у нас прекрасные новости.